Ольга, Татьяна, Маша, Анастасия, я перед вами каюсь за всю Россию. И на коленях стоя молюсь часами. Рядом со мной в притирку стоят другие. Мы говорим не впопад, но русскими голосами о том, что беда случилась под небесами. Ольга, Мария, Настенька и Татьяна, место, где вас убили, давно поросло бурьяном. Над домом купца вороны страшное зло сгустились. Убийцы, дрожа, трусливо сжимали в руках наганы. За что нас? Глядя в глаза, вы кротко у них спросили. За вашу невинность, девушки, и за любовь к России. Мария, Анастасия, Танечка, Ольга, о вас, дорогие, мы вспоминаем с болью. Святые княжны, убитые четыре стороны света, величина империи размерами с треть планеты. Земля, по которой ходим, пропитана вашей кровью. Вы нас простите, милые, за то далекое лето. Мария, Анастасия, Татьяна, Оленька, Господа за Россию вы неустанно молите. Вновь времена неспокойные, брат убивает брата. Видно, часы истории перевели обратно. Вы помолитесь, девушки, чтобы обошло нас горе, чтобы смогла Россия крови очистить пятна.